إضافة للبشر. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربي يسر ولا تخسر، ربي تمن بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكاح قائم بشقاء بل يشهد بالقرى مسلم بن المشي في غو مسلم بن المين سبب غير مشي كم بلا إن غو مسلم مين ديك شو مسلم بن المين كبو مين موجود مسلم مسلم بن المين كتو بيدي فريس نيوت أدنى بيد مسلم ويسلم بن المين بغو مسلم نيفان شو كتو مينوشو ни глазики, ни черные кошки, ни гороскопы, ни подковы верить, а верить полагаться только Всевышнему. С этой целью Аллах Таля отправил 124 тысячи посланников, начиная от Адама, завершая пророком Мухаммеда Мухаммеда. Данила Иса, сын Марьям, Моисей, все посланники Бога призывали, чтоб мы поклонились одному Богу, верили, поклонились только Ему. И чтоб сами себя уберегали от греха. Там, да, кумульдам шамарва, и в душе верит, и языком признаком. Ля иляха иллаллах мухаммад расулуллах. То, что нет у него создателя, кроме Бога, и Мухаммед, и Вараб, и последний. Кто жил во время Иса, сын Марьям, свидетельствовали, то, что нет создателя, кроме Бога, и Иса, последний Бога. Кто жил во время Моисея, ля иляха иллаллах, Муса расулуллах. Нет создателя, кроме Бога, Муса, последний Бога. А мы живем после пророка Мухаммеда, поэтому признавая всех пророков Мухаммеда, законы Всевышнего, свидетельствуем то, что нет создателя, кроме Бога, и Мухаммед и Вараб и Кислам. Хамда Аллах Таля и в душе верит, и языком Кислам. Поэтому ля иляха иллаллах Мухаммед расулуллах. Или на русском можно. Нет создателя, кроме Бога. Нет создателя, кроме Бога. И Мухаммед. И Мухаммед. И его рады, как сами. Амда, Амдин, 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 Ля Иллах, Ля Иллах. Ля Иллах, Ля Аллах. Мухаммед. Мухаммед. Расулла. Расулла. Мы на шуме всегда говорим, что повторяй, чтобы язык привлекал. Ля иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ля иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Я там дала трубам дала. Бисмиллах на мушат. О, формула единобожия. Там да Аллах Таля повелел пятикратный намаз, месяц Рамадан поститься, и чтобы мы себя оберегали от спиртного, например, от свинины, от предупреждения, от вреда. От мусульман не должно быть никакого вреда. Тем более, например, некоторые говорят, что убивать неверных, это противоречит. И исламу, и Богу. Никто не имеет права так делать. Аллах тебе сам запретил вредить кому-то, как-то, чем-то. В любой степени никто не разрешил. Когда Мулят береговорщик, никак Мулят, может, ударит туда. Ты рукой,